Всем привет! С вами дневник системного администратора. На нашем канале есть множество полезных видео, которые помогут вам в использовании вашего компьютера, а также интересных обзоров разных, инструкций. Подписывайтесь на наш канал, вы не пожалеете, на нашем канале очень много разной интересной информации. Итак, мы сегодня рассмотрим такой вопрос, как вычислить человека и узнать его местоположение, а также очень много разных таких залипушечек в интернете, на которых люди просто, как говорится, хотят либо заработать, либо пиарят какой-то свой YouTube ролик, который накручивают и под тем же самым приманивают людей, чтобы заработать с них денег. И как люди на это все ведутся, платят деньги. Итак, давайте непосредственно перейдем. Вот у нас есть такой канал, как найти человека по номеру телефона. Мы сегодня попробуем данную методику и покажем вам, работает она или не работает. И как это лохотрон, не лохотрон, может быть, вы не пробовали, но я вам покажу просто, чтобы вы знали уже на дальнейшем. Итак, вот человек здесь рассказывает, что он может найти по номеру телефона. Вот он ищет телефон, открывает Яндекс, там найдет какой-то телефон какой-то организации. И нужно создать папочку, которая называется Geolocation Phone. Вот мы создали эту папочку, получается, тоже с названием Geolocation Phone. Далее нам на YouTube канале, который создал это видео, показывает, что нам нужно создать два текстовых документа, который был, первый будет называться Geolocation. Так же самое мы все сделали. У нас получается уже готовая программка вот эта, которую он типа делает. И мы сейчас покажем детально. Вот, например, у нас есть так же самое Geolocation. Сейчас он создает второй текстовый документ. Прописывает Geolocation. И он здесь прописывает именно программу, которая будет обращаться, например, к данному телефону. Geolocation — это поиск. Геолокация получается данных. Вот у нас уже мы открываем уже готовую программку, которую он в конце мы получим. Вот смотрите, у меня прописан тоже Geolocation, пробел, деревня, номер телефона. Он рассказывает, что нам нужно повыбирать пробелы все, оставить как есть, 7900 там 18, потом прописываем следующую форму и третью форму. Потом это все дело будет нам надо сохранить. Вот смотрите, видите, у нас же все так само, как у него. Вот он предлагает нам сохранить это все, назвать, получается, geolocation.bat. Это мы все сейчас типа сохранили. Вот у нас получается geolocation.bat, вот как у него. Даже если не верите, смотрите, вот название geolocation, расширение bat, вот geolocation. Получается, у нас все получилось точь-в-точь, как у него. Смотрите, сейчас я вам покажу. Так, он тут запустил. Вот смотрите, запускаем мы типа поиск данных местоположения. И начинает типа сканировать так же, как у него все это происходит. Вроде бы все так получилось у нас, как у него. Но у него в конце появился данные с местоположения человека. Откуда они у него появились, если у нас, например, до сих пор идет сканирование? Смотрите, а теперь фишка в чем заключается? В том, что он когда брал на сайте, тоже он брал, там было Яндекс карты. И получается, когда человек размещает свои данные на том сайте, то там уже показывается, вот смотрите, вот он брал здесь номер телефона, вверху открыть в Яндекс.Картах, там можно посмотреть место расположения данного человека, где он составил именно, оставил свои данные. Тем самым он скопировал эти данные и в конце просто вставил в папочку, в которую, как вы видели, были данные для поиска по точечно на карте Яндекс.
как видите, у нас идет сканирование, идет, и толку никакого не получается. Вот открываем geolocation, у нас здесь пусто. Но автор в данном видео предупреждает, что типа этот метод может устареть, и он нам предлагает перейти по ссылочке ниже, типа на рабочий вариант, который находится на канале типа Олега Дэвиса. Он доступен только по определенной ссылочке. Видите, он заблокирован. И здесь можно типа купить платную версию. Ну все это хорошо, но я наткнулся в интернете еще на одно видео. Данное видео будет предназначено, сейчас я вам покажу. Так, данное видео, как прослушать чужой мобильный телефон. Очень много набрало, 605 тысяч просмотров. И здесь он таким же методом рассказывает нам, как это все дело сделать. Итак, он ищет ВКонтакте снова номер телефона какого-то типа определенного человека. Вот он находит номер телефона, копирует его. Итак, он рассказывает, что нам нужно создать папочку. Папочку. Вот у нас сейчас, у нас тут есть тоже, мы проверили этот метод. У нас есть такая папочка, конверсион. Итак, в данной папочке нам нужно также само создать два текстовых блокнота. Сейчас я вам покажу. Вот здесь он тоже создает два текстовых блокнота. В одном будет прописывать, смотрите, вот конверсион, он прописывает. Теперь опять же тем же самым методом, что и в предыдущем видео, он будет, сейчас я вам покажу, вот открою, смотрите, у меня уже прописано здесь, у меня уже готовый батфайл, который он типа делает. Сейчас. Итак, вот он прописывает деревню, прописывает номер телефона, там же, как у меня. Сейчас я вам покажу полностью уже готовый прописанный файл. Так, он получается прописывает это все и указывает, что типа, если номер телефона кончается на 918, нам нужно перейти на White Host Service и там взять данные с МТС сайта. Мы взяли там данные все, вот внесли в этот BAT файл, который у нас будет. Смотрите, вот как в него все у нас. Теперь он предлагает это все дело сохранить. Conversion.bat будет подписываться. Вот у нас уже готовый, как мы открыли через блокнот. Вот у нас тоже готовый файлик. Смотрите, если не верьте, Conversion. Вот расширение BAT. Мы создали так же, как и в него. Итак, он тоже создал данный файлик. Смотрите, у него все идентично получилось, как у меня. Вернее, у меня получилось идентично, как у него. Итак, он также предлагает это дело все запустить. Начинается типа пинговка, там скачивание информации, там в разной прослушке. Там появится папочка у него, которая там будет с информацией. Давайте запустим и тоже. Вот у нас тоже пошло типа сканирование данного телефона. Типа сейчас мы узнаем все дело, все там записи человека. Ну, честно, чуть смешновато. С обычной батовской программкой, там, которой мы прописали там некоторые строки, мы можем просто так взять легко и достучаться до чужого телефона и взять от него информацию. Ну, это, честно, чуть смешновато. Итак, смотрите, оба, раз у него появилась сразу моментально там папочка с разговорами. Ну, там, я не знаю. Прям хакер человек. Он прям сразу скачал обычной батовской программкой такой маленькой. Скачал всю информацию с телефона. Нас же как, вот смотрите, у нас это все дело идет, и ему нету конца. И тут же, смотрите, давайте, у нас папочки что-то не появилось никакой. У нас не появилось никаких адресов, ничего, у нас пусто. Просто программка поработала в командной строке и все. Ладно, так же само на этом сайте, под сайтом в описании нам предлагается перейти на то, что программа может уже не работать, и нам нужно скачать типа платную, тоже по закрытой ссылке. И снова у нас, смотрите, кто? Олег Дэвис. И также у нас вот есть Mail.ru его, где мы можем типа заказать у этого человека, это типа нам персональный доступ
то, чтобы можно было это все дело у него скачать, купить эту программу. Вот так вот получается, что типа перейди на другой канал и там посмотри, программка 100% рабочая. Ладно, у нас еще один есть видос. Это как прочитать чужую переписку. Здесь вот внизу под видео есть же также ссылка новая. Вот честно скажу, прочитать чужую переписку WhatsApp. Получается, это видео вот недавно буквально вышло, ну день назад, вчера, там 8 часов или 9 часов назад. Он тоже предлагает, пишет, вот он ВКонтакте пишет, что набираем WhatsApp и выбираем мы телефон, любой, там выбрали, например, телефон, вот WhatsApp человека. Так, скопировал он, и тем же самым он сейчас будет создавать папочку. Следующим образом, перед тем, как вы даже смотрели перед этим, то же самое будет папочка создаваться с текстовыми документами. Вот смотрите, создать. Так, создает папочку. Сейчас он название, сейчас я вам перетащу вот эту папочку. Папочка будет называться «Hack WhatsApp». Вот нам нужно будет, смотрите, он пишет «Hack WhatsApp». Также нам нужно создать два текстовых документа, как это все было в предыдущих видео. У нас, я вам повторюсь еще раз, у нас это дело уже все сделано, мы уже пробовали запускать это. Смотрите, так, у нас есть такая хак. Так, он создает следующий. Получается, здесь мы прописываем опять условия. Сейчас покажу. Вот, хак WhatsApp, сейчас снова он пробел, дарение, номер телефона будет указывать. Так, давайте откроем через... Ну, блокнот, так, я вам покажу, вот смотрите, хак WhatsApp тоже, номер телефона указывается, как видите, сейчас у него посмотрим, так, он создает тоже этот файлик, так, 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 перемотаем, сейчас перемотаем чуть-чуть, так, он указывает там дату, смотрите, вот, у него, и вот, что у меня. То же самое, идентично мы все делали, ну, капля в каплю. Может, этот способ заработает, он день назад выложен, понимаете, он должен работать. Ладно, согласен, это может там... Смотрите, у нас все так само, как у него. Мы дату ввели, все у нас есть. Итак, он предлагает также сохранить все это хак WhatsApp, получается, в расширении BAT для, типа, запуска данной программы. Так, у нас... Вот, смотрите, у него хак, так, есть. Давайте закроем блокнот. Так, у нас так же самое все получилось. Итак, смотрите, он запустил, давайте запустим мы. Так, у нас тоже запустилось, типа идет сканирование. Сейчас мы узнаем все данные. Взломаем WhatsApp. Смотрите, 22 мая 2017 года. Это буквально вчера. Смотрите, что у меня. Сейчас я вам покажу. Так, у нас сегодня 23-е, тоже травень, май 2017 года. Это получается вчера он выложил данное видео. Хотя человек предупреждает, что может эта ссылка, типа не ссылка, а этот метод резко устареть. Он, правда, еще не успел выложить. Но смотрите, сколько тут отзывов. Отзывов полностью пишут, что этот метод работает. Это просто накрутка. Идет через какие-то буксы для оплачиваемые комментарии и все остальное. Давайте закроем. Ну и в заключение хочу сказать, наша программка не взломала никак ничего. Мы не скачали ничью переписку. Все это дело ведет к одному, то чтобы вы пришли на другой сайт, скачали программу, заплатили деньги, типа якобы за рабочую программку. Так что это все просто лохотрон чистой воды. Ребята, не ведитесь на данные видео. Бесплатный сыр только в мышеловке. С вами Дневник системного администратора. До свидания. Ставьте лайки, пальцы вверх, пишите комментарии. До свидания.